Биография Турара Рыскулова пополнилась некоторыми дополнительными фактами. Интересные сведения озвучили в Шымкенте на международной научной конференции, посвященной 125-летию известного деятеля. Помимо отечественных и зарубежных ученых, в мероприятии приняли участие родственники Турара Рыскулова. Факты из яркой жизни, многочисленные работы по экономике и истории обсудили участники в ходе конференции «Незабвенные великие личности казахской нации». Личность Турара Рыскулова, советского государственного деятеля в Средней Азии и России, прекрасный пример истинного патриотизма для современных казахстанцев. Цель нашей научно-практической конференции – еще раз вглядеться в личность Турара Рыскулова. Он был в числе тех, кто заложил основы современного Казахстана и, будучи совнаркомом, уделял большое внимание образованию. В числе заслуг Турара Рыскулова – инициатива строительства железной дороги Турксиб. При его участии создавали Карагандинский угольно-металлургический комплекс, предприятие цветной металлургии в Восточном и Южном Казахстане, нефтегазовый комплекс на Западе республики. Турар Рыскулов был очень одаренным человеком. На протяжении 11 лет он был заместителем Сталина. Потом написал Конституцию Монголии и открыл Улан-Батор. На конференцию из России приехал внук деятеля Владимир Рыскулов. Он представил собственную исследовательскую работу, благодаря чему биография великого человека пополнилась дополнительными фактами. Асем Караулова, Информбюро, Шымкент.